100 лет назад любой русский город или поселок невозможно было представить без православного храма. Некоторые были деревянными и разрушились от времени, но и те, что строили из камня, пострадали от человеческих рук. Как, например, церковь Адигитрии в Вязьме Смоленской области, построенная в 1542 году и разрушенная во время войны. Был разрушен ее предел и была разрушена ее колокольня, и сейчас она восстановлена. Ранее были представлены фотографии, где были развалины колокольни и не отреставрированный храм. Анастасия Кондрат – крымский фотохудожник. Получила образование в Москве и презентовала свои работы в разных городах России и за рубежом. На выставке «Рождественская Русь» более 60 фотографий. Заснеженные купола и фасады восстановленных старинных русских храмов. Выставки фотохудожников. Мы их не так часто проводим. Вот. И стараемся проводить, во-первых, чтобы они тематические были, то есть соответствовали тематике, на злобу дня, как говорится. Ну, сегодня, вы знаете, идут рождественские праздники, впереди крещение. Поэтому, безусловно, на эти ближайшие две недели мы решили выставить эту выставку. Цикл выставок под общим названием «Не золотое кольцо. Поругание, покаяние и возрождение» начался в 2011 году. «Рождественская Русь» – его продолжение. За эти годы жители не только России, но и Сербии, Хорватии и Черногории увидели фотографии разрушенных и отреставрированных храмов. Вся наша Россия – это не золотое кольцо. Потому что есть золотое кольцо, а все остальное – это не золотое кольцо, потому как в ней есть храмы такие, которые красивее, интереснее, чем на Золотом кольце. Но часть из них не отреставрирована, большая часть. А часть какая-то уже сейчас находится в стадии реставрации. Многие храмы уже вряд ли будут восстановлены, говорит Анастасия Кондрат. Чтобы помочь им уцелеть или хотя бы сохранить память о них, она фотографирует не только строения, но и древние росписи и фрески. Через 5-10 лет из-за того, что в храмах нет куполов, из-за того, что храмы открыты, попадает дождь, снег, и все это разрушается. Время смоет то, что было на этих стенах, а хочется сохранить, потому что это вековая история этих фресок, этих изображений святых, этих изображений ангелов. И поэтому, когда заходишь в храм, понимаешь, насколько это трогает душу. Это же делали наши предки и надеялись, что мы это сохраним. Храмы – это каменные цветы земли, говорит Анастасия Кондрат. Они помогают остановить стремительный бег времени и окунуться в атмосферу прошлого. Ощутить это можно на выставке в художественном музее до 29 января. Екатерина Коломеец, Денис Александрович, Севинформбюро.